Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Abdon Group, и сегодня мы рады представить к вашему вниманию краткий видеообзор встроенного шкафа-купе в прихожую. Состоит он из трех дверей с зеркальным наполнением и в алюминиевой системе в цвете серебро. Каждая из дверей имеет доводчик, крайние двери на закрывание, а центральная дверь на открывание. Главной фишкой шкафа является встроенная подсветка, которая реагирует на открывание двери. И реагирует она только в том отсеке, дверь которого вы открываете. Вот можно видеть вверху сенсор от фирмы Heffel, также от этой фирмы лента диодная. Все это немецкого производства. Здесь в центральном отсеке вы можете видеть пантограф, который облегчает доступ к одежде фирмы Servetto. Вот так развешиваются вешалки, и с доводчиком плавно пантограф поднимается обратно. Ниже у нас располагается овальная труба, также фирмы Heffel, в цвете нержавеющая сталь. Центральная дверь имеет доводчики на открывание в две стороны. С правой стороны мы обошли электрощитовую красивым фабричным вырезом, который идеально совпадает по форме с люком, и он закрамлен кромкой 0,5 мм. Внизу у нас выдвижные полки для обуви на направляющих Movento, и также здесь мы установили резиновые коврики для обуви. Спасибо за внимание! Благодарим за просмотр, удачи вам и пока!